лес, сзади меня поле большое, а нам сюда. Посмотрим, вешенки. Но я не уверена. Ну что ж, будем смотреть. Может быть, повезет. Насмешка лесовичка. Вот что он мне подарил. Какой-то суховатый немножко, но живой грибочек вешенка. И вон там еще. Это посвежее, но тоже вешенка. А здесь бывают бурые такие. На осинах, на елках, то есть на елях надо. Это на осинке. Пусть живут дальше. Поищу. Это я все-таки нашла. Что ты говоришь, кися? Ничего твоя кися не говорит. Я говорю с вешенками, с деревом и с природой, а не с тобой. Ты у меня сегодня ничего не нашел? Ты у меня сегодня лодырь. Ну вот, все-таки это вешенки. Хоть не зря я пришла сюда посмотреть на них. Сейчас проверю еще свои деревья. Трутовикам здесь хорошо. Ну вот, а вешенок пока нету. Ну, как всегда, мне достаются только самые маленькие. Вот вешенки. Ну, они малышки. Пусть остаются. Я сюда, возможно, и не попаду больше. Но они очень маленькие. Там трутовичок какой-то. Еще и вешенка какая-то была. Ой, где-то я не вижу. Нет, трутовичок, наверное. Ладно. Зато на дрожжалке мне везет. Еще как везет. Вот такое вот дерево. Они растут на осине. Вот такие вот дрожжалки. Я их брать не буду. В следующий раз я могу взять в другом лесу. Там как-то поинтересней. А здесь они вот такие вот. Прижатые. Ну вот. Красивенькие зато. Дрожжалочки. Мне нравятся. Такие грибочки. Ой. Они съедобные, их едят в сыром виде. Можно и салатик даже сделать из них или положить их в салатик. Ну вот. Все, пойду дальше. Это в какую-то яму. Никаких вешенок я здесь больше не нахожу. Надо отсюда отчаливать. Уже темно в лесу и везде. Пора домой. Но нам еще ехать далеко. Ладно, хоть фламулины я сегодня обнаружила. То, что они подросли. Вот. А здесь только трутовики. Всякие вешенки мы здесь уже брали как-то осенью. А сейчас их уже и нету. Пора. Их закончилось. Ой, надо как-то попробовать отсюда выбираться. Ой, какие леса здесь. Ну, вот здесь есть выход. Я и выхожу. Все, проверили. Сюда больше мы не приедем в этом году. Бродила по плохому лесу. По осиновому, где плохая энергетика. Поваренные осины мертвые. Вешенок там тоже нет. А здесь хороший лес. Как в сказке. Деревья все стоят. Большие. Неподвижные. В этом лесу много рядовок. И здесь мы бомбу нашли в этом лесу. Вот какой лес. Ну так уже темно. Эта камера светло снимает. А на самом деле уже темно. Ой, какой трутовик. Красивый. Симпатичный. Русский гриб. Трутовик. Очень красивый. Да, ну все, ушла. Ждут. Возвращаем сейчас здесь поля. Зеленые. Да, зеленые. Красивые, но уже темно. Стекла у нас, конечно, тоже. Лес. Ну так уже темно, эта камера светло снимает. А на самом деле уже темно. Все. Ухожу я. Уезжаем. Все. Всем пока-пока. И до встречи.